когда они приняли тот факт, что за компом можно зарабатывать. То, что вы, как личность именно, блядь, то, что это ваша работа, и то, что вы можете здесь работать, а не на какой-то там другой работе. Бля, у меня такое... Я вообще очень долго к этому шел, типа, я первые бабки на Фортнайте поднял на турнире. Я помню, это Кубок мэра Москвы было, блядь. По Фортнайту. Где ты Дину увидел первый раз? Не, Дину я первый раз увидел на этом ВК-фесте. Вот, но мы там призовой не заняли. Мы вышли с первого с группы, там, а по финалу отсосали, опыта не хватило. Вот, и говорю, типа, я к маме набрал, то есть она настолько была счастлива, и я был настолько счастлив с Катей об этом. То есть она реально не верила, блядь, в том, что можно зарабатывать. Вот не было, знаешь. Mm-hmm. Она всегда, типа, верила, грубо говоря, в меня, но, знаешь, типа, такие были мысли достаточно утопичные, типа. Типа там, ну это, блядь, ну занимается там, пусть идет, ну, там. Типа, ну, сын чем-то занимается. Понимание, нет, да, понимание. Да, то есть, типа, я так горел, я постоянно говорил, горел в хорошем плане этим. То есть, и говорил, что, значит, типа, я там буду, там, типа, у меня все получится. Ну, и она верила в меня. Ну, а сейчас как она относится к этому всему? Блядь. Сейчас она охуенно, блядь. Сейчас, конечно, да, шикарно относится, она радуется. Помогайте родителям, да? Она за все радуется, и у меня в 10 раз больше желания радовать как-то ее, типа, чтобы она улыбалась, чтобы видеть эту улыбку, потому что это, ну, это ни за какие деньги не купишь. Хотя, ну, получается, можно купить, если что-то там маме подарить. Но, ну, как бы ей это не надо, но мне самому хочется, понимаешь? Это, типа, не для какой-то галочки. То есть это то, как бы, что настолько важно в твоей жизни. Ну, у меня немножко... мама улыбалась, типа... Самое главное понять то, что родители, в большинстве своем, конечно, есть исключения, но почти все родители хотят для своего чада, да, типа, да, только самое лучшее. Поэтому, типа, когда вам говорят то, что давайте, хватит там сидеть за компьютером, хватит играть, не надо на них ругаться, не надо... Да, они не потому что... В любом случае кричать. Они хотят вам как лучше. Да. Ну, у меня... Ну, у меня, конечно, не было так, как у Славы, типа, что родители прям горели этим. Но я скажу одно, то, что когда работал еще, ну, первые деньги на компьютер я заработал, крася подъезды в Киеве с отцом, он меня забрал. И как раз у меня был день рождения, и так сложилось, что у нас была квартира в деревне, мама ее продала, чтобы сделать себе зубы, потому что у нее просто выпадали зубы, такая болезнь, ну, не болезнь, ну, короче, по этой ветке древа. Недостаток кальция, короче. Да, и, короче, в 9 классе она уже с коронками ходила на зубах, не путать с короной, блей. И... Она продала квартиру, я говорю, мама, одолжи мне, типа, $1000 на компьютер, я так хочу компьютер, и я просто заработал деньги, и мне надо на учебу отложить, типа, я надо отложить на учебу, одолжи мне 1000, типа, я как-то потом отдам, она мне их дала, я купил компьютер и начал просто хуярить, не для того, что я, типа, сильно хотел там на YouTube, просто по факту делать нехуй, в деревне делать нехуй, или я куплю мопед, буду ездить бухать с пацанами и нихуя не делать в априори, и с отцом ездить на работу, или я буду чем-то заниматься тем, что... А ты сам из деревни, получается? Да, я из бара, из деревни. А ты из Москвы, Слав? Да, я в Москве родился. И просто начал хуярить. Когда ты с Москвы, намного сложнее, типа... объяснить родителям, что ну, это да. Прибыльная работа меньше, типа. Ну, я тебе скажу так, что у меня родители вообще не понимали, чем я занимаюсь. Я говорю, у меня тоже не было понимания, но было просто вера. У меня вера, не было... Вера. А у меня, ну, не то чтобы вера, мама и отец, ну, они, ну, как тебе, нейтрально. Они не запрещали делать. Я говорю, мам, мне нравится. Он говорит, ну ладно, делай. Типа, они никогда не запрещали, но и не говорили, что типа, давай, сын, разъеби там сколько подписчиков. Без энтузиазма, знаешь. Я там приходил ура, домой. Ура, сын, у тебя 100 тысяч просмотров. Да, поздравляю. Я приходил домой, говорю, мама, у меня там 1000 подписчиков. Мама говорит, лучше ты 1000 гривен на стил поставил, блядь. Говорю, мам, мне 10 тысяч. Мама, типа, не понимает. Меня мама тоже не понимала. Она до сих пор не типа, понимает, что типа, как это такое, работает, что типа, это, и так далее. Но она искренне, типа, счастлива и рада за меня, это видно. Это пиздец круто. А какие у тебя злой и Джоин самые вот такие у вас первые воспоминания, когда вы, типа, чем-то обрадовали родителей своим успехом? Позвонили и сообщили им. У вас есть такое воспоминание? Ну, да, у меня да, есть. Да, есть. Говори, я Джоин. Я помню, первый раз я, короче, ну вот, недавно это произошло, я маме дал 500 тысяч на эту, на машину. И там, ебать, меня, ну, просто зауважали вообще прям. Знаешь, типа... А осталось мне 500 тысяч, когда... чтобы я тебя зауважал, ебать, хуйло ты, блядь. Когда, короче, прикинь... Красавец. Меня забанили. Я там вообще в тильте. Да, это очень грустный момент, потому что я тоже, я так подумал, что у тебя партнерки нет, и там тебя в сторис отмечал, типа. Да, может, ты видел меня, типа, в сторис мою, как я, типа, вообще... Я видел, я смотрел. Полностью обосранная, то есть я был полностью подавлен. И батя мне набирает, но вот самый первый, кто меня поддержал, это батя. Он говорит, сын, я типа буду за тебя молиться, тебя разбанят. Прикинь?
Типа, ну, ты верующий человек, правильно? Да, верующий, да. Я вам тоже верующий. Он молился за мой разбан. И, короче, как только меня разбанили, он сразу мне набрал такой... И такой, сына, тебя разбанили. Поздравляю. Причем, слышь, даже до разбана он сказал, то есть он настолько, бля, сильно начал... Да, он устроился в Twitch работать, бля, и разбанил тебя. Прикинь, он там типа... Twitch Help написал, я слышу, ёбки, бля, сейчас если не разбаните, бля, ебать, пиздец тут. У меня была... Ну, не знаю, ну, когда я получил первые деньги, вообще, типа, я принес. Ты рассказывал, типа... ты все на бледей въебал. Нет, я на друзей въебал для начала, типа, я им стол накрыл, они не понимали, откуда это все, я им показал. Ну, типа, подарок это удочку отца я купил, помню, он счастлив был. То маме телефон, они не понимали, типа, что. А самое, наверное, такое, что мама прямо охуела в край, это... у нее тоже были еще проблемы с зубами, потому что она только верхнюю челюсть сделала и нижнюю. Надо было там около 6 или 5 тысяч... Не, подожди. Я что-то дал 40 или 80... Короче, я не помню, но где-то вот эта цифра, 40-80 тысяч гривен, я помню, принес на день рождения, вывалил, говорю, мама, чини зубы. И мама такая, ва-а-а! Ролик еще на ютубе есть, я записывал. И мама такая, ва-а-а, ебать, что происходит? Да, у меня тоже сейчас есть бешеное желание маму обрадовать. Возможно, увидите на ютубе там скоро... подарок готов. Ой, это пиздата, бля. То есть, ждем. Да, я прям хочу это увековечить, чтобы это навсегда осталось в памяти. Бля, Только я надеюсь, это не банальный подарок, типа, насчет машины. Блядь, я тоже хотел про машину сказать. Слава такой, да. Блядь, машина! Не, ну, даже если брать машину, то это не особо банальный такой, подарок. Мама, держи аудио мою, R7. Аудио, ебать, колонку JBL даю, блядь. Не, ну если ты подаришь личный самолет, я охуею, блядь. Да не, блядь, куда мне еще клуб открывать, нах? Слав, ну ты... Одну секунду, мужики. Фотки? Дверь закрой, да, фотки есть. Сейчас, я уже все скачал, сейчас 2 секунды.